Еще новости есть? Ну, новости, к сожалению, не очень радостные. А что такое? Потому что прямо в эти минуты идет активная атака беспилотников украинских на Москву. Уже несколько штук сбили. Удивительная штука жизни. Вот думаешь, судьбу за каштаны поймал, а тебя вдруг бац, как доской по рылу. Причем на ровном месте. Сейчас давайте обо всем по порядку. Все будет в порядке, даже лучше. Специалисты экстренных служб работают на месте, как сообщил мэр города Сергей Собянин. Посмотри, как мы все похорошели. Как Москва при Собянине. После этого... И что после этого? Ну, опять же, давайте по порядку, чтобы тоже я не путался. Ты меня не путай. Да, ну и по последним данным, естественно, постройки разрушены, многоквартирные дома, фасад тоже разрушен. А где-то начался пожар. Пожар. Лучший друг строителя. Послушайте. Поглядим, послушаем, пощупаем, да. Понюхаем. Вот вы, которые снимаете и выкладываете, в том числе и уважаемые СМИ. Что тебе надо? Вы мне просто объясните, вы на кого работаете? Вы вот какими местами думаете? Есть места. Мне кажется... А если кажется, креститься надо. И здесь даже Дмитрий Сергеевич Песков со мной согласился. В чем? Что нужна военная цензура. Эта цензура вызывает у меня алкогольный протест. Вы, которые снимаете, это радостно. Ой, Маня, смотри, что у нас тут. И дальше, как правило, матом. Я похначальную мать. Вы идиоты. Каким местом думаете? Что ты еще тут орешь, понимаешь? У вас вместо головы что находится? Пошел в жопу. Мы слишком добрые, слишком мягкие. У него слишком много мозгов. Ему надо подорожник приложить. Может, рассосется? Хватит говорить о системе ПВО. А что надо? Надо воплощать систему ПВО. Да по башке тебе надо постучать. Давайте вот как бы исходить из того, что придется территориальный вопрос решить с учетом реалий на земле. О чем речь? Ты что, не в курсах? Речь не о территориях. А о чем тогда? Мы чужой земли никогда не хотели. Говорящий лошадь? Сам ты лошадь! Я говорящий конь! А что вы хотели? Мы просто хотели, чтобы к людям, которые являются неотъемлемой частью русского мира, русской культуры, русского языка, истории, религии, чтобы к ним относились по-человечески. Ничего человеческого в вас нет. Как того требует международное право, многочисленные конвенции о правах человека, о правах национальных меньшинств. И как того требует, прежде всего, устав Организации Объединенных Наций. Кусок говна. Вспомнил что-то.